Всем привет, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня MNCast в интерпретации хоррор-игры. В первый раз я ее запустил на отличных настройках и понял, что это была ошибка, потому что у меня просел FPS до 27, потом вообще до 10 упал. Сейчас у меня проседает до 200 на быстрых настройках графики, я думаю, что так оно и останется. Поэтому... Берем руки в ноги, ноги в руки, и как оно там полагается, начинаем играть в хоррор-игры. Start game. Здесь есть Door Game и Develop. Ой, а фонарь-то есть? А почему так темно-то? Ой, ухо-хо-хо, Unity, The Ark. Ark, это ковчег, типа, да? Ой, а что такая чувствительность большая? А есть какие-то настройки? Ну, ребят, вы, конечно... Так, подожди. Вот, наверное, вот так вот я оставлю. И пойдем. Ничего не вижу, честно, ничего вообще не вижу. Вижу только то, что... Ой. Блин, а вот здесь... Вот, ну, блин, ну серьезно, ну... Ну, придется мучиться, короче, с высокой чувствительностью ввиду того, что... А это... А зачем? А зачем мне здесь все это делать нужно? All tools, torch. Торч можно крафт сделать, нет? Четыре палки, четыре вещи. По-моему, это откуда-то спичен просто весь этот... как это называется, с какой-то игры это взято, просто, как это сказать, ну, это задумка, и дальше просто ничего не сделано. Ну, побежали, что я могу... Не вижу ничего, поэтому пойдем. Пойдем туда. Опа, желтого убили, кто убил желтого? Блять, ты что делаешь-то? Очень страшно, конечно, но не ясно. А, то есть это был просто этот? Я понял. Это будет меня скримаками пугать. Блять, страшно, конечно, да. Не успел заскринить, извините. Где я, блядь? Здорово. Кабачок. А, то есть... Ладно, играть мы будем на низкой... Подожди. Вот на этой чувствительности мы будем играть, потому что я хотя бы понимаю, куда я верчу. Я ничего сейчас не понял, что произошло. Зеленый, синий, что-то... Здесь, конечно, чувствительность... О, блин, что-то поменялось все. Не понял ничего. Игрушка не страшная. Игрушка, блядь, какая-то странная, не страшная. Вот. Отсюда я пришел, по-моему, да? Вот отсюда я пришел. Ой, блядь. Это что у нас такое? Это что-то сломалось, я так понимаю. Вопрос один. И он основной. Чё здесь делать? Бояться просто и сраться или что? Что? Спасибо, хоть посветлее стало. Уже, блядь, хорошо. Уже спасибо, блин, большое вам. Меня мышка задевает за стол. Немножко. То есть это вот... Нормально то, что он там так бегает, нет? Эй. Чудило, я тебя... Заскринил. Ладно. С тобой мы потом поговорим. Туда можно пойти? Нет, туда мы не можем пойти. Ой. Я не понял, что с ним делать надо. Ну, а что? Вот здесь вот эта вот превьюшка будет. Что мне с этим делать? С товарищем? М? Что? Что вот мне с ним сделать? Ну? Ну, попался я ему почти. Ну, и то даже не попался. Так, он за мной, да, бежит? Ну, поймай меня, на, вот, на, поймай меня. А почему я-то ему ничего не могу сделать? А, то есть мне просто... Непонятно нихуя. Чё в этой игре от меня требуется? Скажите мне, пожалуйста, на милость. Просто вот объясните. Чё? Мне, мать его... Огонь.
Просто классно. Вот такой вот хоррор, да, инди-хоррор. Хороший инди-хоррор. Если кто хочет поиграть, можете зайти да поиграть. Давай quit to menu. Зайдем в старт гейм и сделаем это снова. Как ты думаешь, что-то изменится или нет? На-на. Заскринил вот это. Отлично. Хорошо, хоть превьюшку можно собрать. Вы куда бежите теперь? Молодой человек. Я все, конечно, понимаю. Но это смешно. Это интересная игрушка. Здесь реализовали интересную... О! Это чё? О, это зеленый умер! Ни хрена себе, зеленого еще грохнули. Press E to open, подожди. А туда может попасть, нет? Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Зеленого убили, желтого убили, остался кто? Остались все остальные? Логично, логично. Так, а где? О! Здорово! Подожди ты, не хватит меня толкать. Так, погоди. Дружище. Ты пойдешь за мной сюда или как? Или что ты будешь делать? Или пойдешь вниз? А, ты изначально вниз бегать не можешь, я понял. Так, это ерунда. Ерунда. Потому что он сюда не бежит. Зачем здесь вот это вот хрена-то? Вообще непонятно. Но, возможно, это уберут, поправят, так сказать, в следующих обновлениях. Потому что это вообще самое нелепое, что можно было добавить в игру. О, косточка. Я не понимаю, зачем здесь кости везде валяются. То есть, ну убили и убили. Чё бубнить-то? Чё здесь еще за кнопки есть? Флешлайта здесь нет. На Q, на E, на T, на M, на C. Ни на чё больше не нажимается. Я могу лишь вернуться... Куда могу вернуться? Назад только, да и посмотреть, что же здесь на самом деле происходит. Ничего здесь не происходит. Что здесь происходит, блядь? Где у меня этот... Кандибобер этот, как он называется-то? Инвентарь пустой, у меня ничего нет, ни хрена. А вот этот инвентарь... Нет, этот инвентарь не работает. Я просто пытаюсь поиграть. А он может меня убить прям? Убить? Че за поросенок бегает рядом со мной? Эй! Ладно, давай побегаем здесь. Не, ну просто серьезно, дружище. Получить могу от тебя еще пиздюлей? Ай? О нет! О нет! Вот это еще заскриню на всякий случай. В принципе, вот и вся игра. Здесь больше смотреть-то не на что, как я понимаю, потому что, ну, все, я заново, это, как сказать, я начинаю. Он меня грыханул, и больше смотреть здесь не на что. Кроме, соответственно, вот этого вот. Да-да-да. Да ну прыгай. Кроме приближающегося поросенка. А почему нельзя созвать это, так сказать, как собрание? Вон он бегает там зачем-то, он в ту сторону бежит. Я вот ничего не могу сделать, кроме как вот просто нажимать на кнопки и понимать, что я беззащитен в этом страшном мире. Не бей, пожалуйста, дядь. Спасибо. Ты так добр ко мне. Все. Все. Вот тебе и Among Us. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока, надеюсь, следующий хоррор будет немножечко страшнее и интереснее. Хотя бы со смыслом. Даже, давай, не будет он не страшнее, а просто хоть с каким-то вот окончанием, что ли, логичным. Всем пока.